Лес валят, щепки летят. В Сосновке прошел конкурс «Лесоруб Заволжье-2018». Почувствовала себя в роли лесовода и Юлия Важенина. Наломать дров – это не про них. 12 лесорубов скрестили бензопилы за звание лучшего. Валка дерева – одно из сложнейших заданий конкурса. С филигранной точностью участники должны срубить ствол. Основная сложность – попасть между этими колышками максимально близко к центральному. Это еще не все. Попасть точно в цель недостаточно. На баллы влияет запуск пилы, время валки, угол и глубина под пилом. Не все, конечно, получилось, как хотелось бы. Есть волнение, конечно. Но так в целом, в принципе, практически угадал на кол. Штраф, конечно, был по пеньку. С кем не бывает. Комбинированная и точная раскрежевка, обрубка сучья, замена цепи. Лесорубы соревновались в разных дисциплинах, причем и профессионалы, и новички. Например, Марс Салеев лесоводом стал совсем недавно. В конкурсе же участвует второй год. Мы должны были спилить и не попасть в фанеру, чтобы не задеть. И точно спилить, чтобы отошло, чтобы все это. Валка у меня не очень прошла сейчас. И по времени разборки, сборки пилы тоже время опаздываю. А так все соревнования очень нравятся. Нижегородская, Марийская, Чувашская республики. Конкурс ежегодно собирает дровосеков из разных городов. Привлекает и огромное количество зрителей. Подержать пилу, правда, почувствовать себя настоящим лесорубом, здесь мог каждый. Тяжелое. Это не так просто, как кажется. Пожалуй, самым красивым направлением стала резьба по дереву. Филин, гном, медведь, кого здесь только не встретишь. Кстати, по итогам конкурса «Лучший лесоруб Заволжья» отправится на всероссийские соревнования. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.